Она вот, блин, доли секунды и прилетела ко мне вот в левую сторону маленько. Вот... Шокированный водитель грузовика, в который въехала красная лачетти, до сих пор не может оправиться от шока. Он ехал по своей полосе, и ему навстречу выскочила легковушка, увернуться от которой уже не было никакой возможности. Так как вот здесь вот балку оторвало, залетело под колесо. Правда, залетел. Нарушали? Нет. Правила дорожного движения, я говорю, я 60 км в час ехал. Как бы среагировать я ничего не смог, я хотел уйти вправо, но я не успел. После такого удара все люди в легковом автомобиле оказались погребенными под грудой металла. Извлекать трупы пришлось только с помощью спецтехники спасателей. Погибли водитель из Уфы, 22 лет от роду, а также пассажиры из Стерлитамака, 67-го, 95-го и 98-го годов рождения. Все обстоятельства происшедшего устанавливаются.